Никак не получается нарисовать нос, сейчас все получится. Ни одно дело не обходится без жертв, поэтому для симметрии место, где вы планируете разместить нос, можно поделить на две части. Эти две полосочки – передняя часть носа, а такие странные фигуры – это боковые стороны. Кружочек – это кончик носа, и самое главное – это два крыла по обеим сторонам. Обходя круг, я рисую плавную линию, если что, это ноздри. Под вот этой линией можно смело ставить тень. Я даже заштрихую, и здесь тоже тени. Конечно, благодаря свету они могут перекочевать куда угодно, но зачем нам сложности? А еще, если хочется, можно добавить пару бликов. И вот такие носы получаются уже в цвете.